Идея провести конкурс «Кто в Сарове всех милее» возникла у волонтеров общественного объединения «Зато верный друг» в январе этого года. Они предложили жителям нашего города прислать фотографии своих питомцев, которых они взяли из приемника или подобрали на улице. За 10 лет было спасено больше 4000 животных с улиц нашего города, розданы из приемника, с передержек. И среди стольких животных, из стольких, но есть, знаете, какие замечательные, очаровательные животные. Но почему бы не собрать их вместе? Почему бы не показать их людям? Конкурс проводился в двух номинациях. Первая для собак, вторая для кошек. Хозяевам нужно было сфотографировать своего четвероногого друга и написать краткий рассказ о том, как он появился у них дома. Снимки животных выкладывали в группу ВКонтакте «Кто в Сарове всех милее». Победителя определяли по количеству лайков. Котенок Валерии Чугуновой Пончик набрал более 150 сердечек. Я подписана на приемник нашего города в Инстаграме, и они выложили осенью фотографию котенка. И визуально он не очень напомнил моего первого кота. И все, я сразу же им написала, спросила, можно ли его забрать. Пришла в питомник, забрала, принесла домой. Ну, очень ласковый, очень такой приятный, дружелюбный. В общем, как мой первый, они очень похожи характерами. Всем участникам конкурса вручили памятные календари с фотографиями известных людей нашего города, которые участвовали в проекте «Зато верный друг». Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».